Здравствуйте. Давайте поговорим о зрительных иллюзиях. Вам может показаться, что это AR-15, но ничего подобного. Это дробовик 12-го калибра. Причем здесь кольцевой газоотводный механизм, поршни вокруг ствола и запирание затвора в качающейся вертикальной плоскости личинки. То есть ничего общего с AR-15, хотя внешний вид вполне похож. Ну и сейчас мы посмотрим, как оно работает. 35-граммовая пуля. Какая будет отдача?